наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы в этом видео поговорим о дне Николы, что надо сделать 17 февраля, чтобы изгнать беды из жизни. И проведем практику на привлечение денег в вашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, день 17 февраля прежде всего известен сильными заморозками, которые еще и называли Никольскими, в честь святого Николы, память которого почитается в православии. Считается, что практически каждый год в этот февральский день 17 февраля крепчает мороз. И согласно народным поверьям, 17 февраля – это время звериных свадеб. Также сегодняшний день удачный для гаданий. Еще 17 февраля хорошо получается проводить практики, обряды, ритуалы на богатство и скорую продажу, ну а также вызов любимого человека на ветер. Ну а знахари на Николу Студенова проводят лечение от малокровия и телесной слабости. Также в этот день принято молиться святому Николе, который при жизни обладал даром исцеления, прося его исцелить от болезней. Ну а если вы собрались в дальнюю дорогу и эту поездку никак нельзя отложить на другую дату, то перед тем, как отправиться в нее, хорошенько помолитесь Николаю. Также 17 февраля женщины старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы для того, чтобы уберечь их от зверей. И, друзья, сегодня, в день Николы Студенова, вы можете провести сильную практику для того, чтобы получить большую денежную прибыль. А, правда, работает эта практика только один раз, поэтому провести можно 17 февраля один раз. Второй раз эта практика просто не сработает. Поэтому подумайте, прежде чем начнете проводить, нужно ли вам мощное финансовое обогащение именно сейчас. Возможно, в будущем будет ситуация, когда потребность в экстренных деньгах будет более насущной. Но если вы уверены, что деньги нужны вам срочно, то сделайте следующее. Встаньте сегодня ночью ровно в полночь, подойдите к своей входной двери в дом, вставьте ключ в замок и, держа ключ в замке, прочитайте следующие слова заговора. Слова следующие. Пошел серый волк в лес темный искать зайца белого. Зайца не догнал, да нашел ларец кованный, сталью обитый, да позолотой. Замок на ларце том дюжий серебряный. Ключ от ларца в воде спрятан, от людей надежно запрятан. Только мне тот ключ в водной глади найти меж камнями да травами. Ни человеку простому, ни волку серому, а мне, рабу Божьему, называйте имя, ключ тот предназначен. Ключ найду, ларец отомкну, каменья, самоцветы из него заберу, золото, серебро соберу, ключ спрячу, чтоб сбылось. Друзья, читаем эти слова практики 3 раза, ну а далее уже ложимся спать, и вскоре вы получите внушительную сумму денег.